В республике началась кампания по сбору текущих начислений по имущественным налогам за 2016 год. Налоговые уведомления гражданам республики будут направляться до 31 октября этого года. Управление налоговой службы России по республике Тыва напоминает жителям республики, что имущественные налоги, налог на имущество, транспортные земельные налоги оплачиваются за прошедший 2016 год и в срок не позднее 1 декабря 2017 года. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 78 копеек, руб., а евро 67 рублей 94 копейки. Руб.